Сегодня мне предстоит выполнить первое указание от босса. Это отснять пранк на тему 14 февраля. Что вообще? Нормально было? Это же ужасно! Это ужасно? Это надо переснять, да, Макс? Макс? Ты это вырежешь? Я тебя съем. Блин, клево, тут такой большой стул над меня, такую маленькую одну, такой огромный стул. С днем святого, нет, подожди, с днем бухого Тарантино, с днем бухого Тарантино. Клево. Вот это да, вот. Это красота! Я, короче, стесняюсь что-то к людям подходить. У них сегодня праздник, а я какая-то... Ладно, пойдем искать. Все, вот тех, да, сзади, которые... О, я же никогда пранки-то не снимала. О, если что-нибудь... Ну ладно, просто с места в карьер, да? Вот это да! Ты сказал, что у тебя хомячок заболел. Серьезно? И ты уже... Вот вчера мы созванивались, миленько. Значит, ты со мной разговаривал. А сегодня? Ты вдруг... Скажи, что это твоя сестра? Вы же его сестра? Это твоя сестра, да? И ты так просто мне об этом говоришь? Такая не поняла, что ты тут делаешь? Ничего, что мы с тобой договаривались сегодня встретиться, нет? Ты вообще-то мне обещал айфон купить, алло? Почему ты молчишь? Серьезно, ты просто уйдешь? Он просто уходит! Он просто уходит! И никакого айфона мне не будет! Вот эта встреча! Я вообще-то... А почему ты тут? Почему ты смеешься? Я думала, что вообще-то ты меня любишь, нет? Конечно, люблю. А почему тогда ты... Ты скажи, что это твоя сестра. Это моя дочь. Это все... У тебя есть дочь, и ты мне не говорил? Я не говорил. Ну как же я так? Я сказал. Две жены, две дочери, да. Я, кажется, ошиблась, подожди. Это твоя сестра, да? Нет. Девушка. Серьезно? И ты когда мне планировал сказать об этом? Это нормально? Почему ты улыбаешься? Я всегда смеюсь. С днем Святого Валентина, ребят. Спасибо большое. Спасибо. Так, а я не поняла, это кто такая? А ты кто такая? Это ты кто такая? Ты говорил, что ты меня любишь. Ты сказал, что ты расстанешься с ней. Ты сказал, что ты с ней расстанешься. Мы вчера только были. Вот вчера мы были вместе. А ты что тут делаешь? Ты же сказал, что ты у ветеринара сидишь со своей кошкой. Я тебя не знаю. Серьезно? Это вот эта твоя девушка, да? Ладно, вы меня сразу раскрыли, да. Простите. С днем Святого Валентина. Спасибо. Шоколадочку замолить. Просто. Камера, а, кстати, а, вон она, вон там. Ты вообще знал, что млекопитающие с самым длинным языком – это жираф? Они используют свой длинный язык для того, чтобы чистить свои глаза. Чё, по палочке, все они под одной крышей.